Здравствуйте! И снова с вами на связи Валерий Иванов. И снова я приехал в город Позитано. Город чудо, город сказка, кукольный абсолютный город, весь выросший в огромной скале, с ресторанами, магазинами, с парковками, с какими-то совершенно немыслимыми местами. И совершенно непонятно, как могут умещаться здесь такое многообразие всего. Огромное количество туристов. Тучи висят прямо вот, ну, над горами. Вот гора, и видно, что эта гора цепляется прямо за тучи. Создается ощущение, что ты находишься, ну, в настоящей просто сказке. Маленькие дороги, маленькие машины, маленькие магазинчики, маленькие ресторанчики, как будто ты великан, попавший в город лилипутов. Ну, это прям какая-то сказка. Мы приехали второе сюда не случайно, поскольку, побывав здесь пару дней назад, остались под большим впечатлением от того, что мы увидели. Нам доставляет удовольствие, мы поставили машины. Кстати, здесь зарабатывают очень большой заработок у людей, у владельцев парковки. Тут просто реально некуда притулить машины, и владельцы парковок вырубают парковки прямо в скалах и там организовывают такие вот стояночки. Так вот, мы поставили машину на стоянке и пошли гулять по городу пешком. Мы прошли уже, наверное, километров 5 в обе стороны горы, то есть мы идем по серпантину, по горному. Я думаю, что еще осталось нам пройти столько же, чтобы обойти всю эту маленькую деревушку. То удовольствие, которое мы получаем, гуляя здесь, наслаждаясь этими видами и общением с людьми, очень добрые, очень открытые, очень отзывчивые люди. Мы уже успели съесть вкусные пироженки, попить волшебный кофе. Трудно передать на видео, трудно передать словами, поэтому я каждому из вас пожелаю побывать тоже здесь, в городе Позитано, юг Италии, примерно в 130 километрах под Неаполем. С вами был Валерий Иванов. Всего хорошего. Пишите, звоните. Пока.